Добрый день, дорогие друзья! Мне в последнее время очень много присылают видео и вообще вопросов в интернете задают по поводу современных технологий, в частности этих вышек 5G. Ну, большой сейчас идет скандал, волна такая информационная, особенно в нашей республике. Там в селе даже в одном сожгли эту вышку, говорят, что это вышка 5G. И вот мое мнение спрашивают, что я по этому поводу думаю. И вот хотелось бы, наверное, его высказать уже. Время, мне кажется, пришло. Вот эти все вопросы по поводу современных технологий, этих вышек 5G и всего прочего, нужно разделить на несколько вещей. Первая часть – это часть та, что касается именно самих современных технологий, да, новых компьютерных информационных сетей. А вторая часть – то, что касается, как эта вся электроника, эти волны воздействуют на сознание. И противоречие, ведь на самом деле конфликт идет именно в этом. То есть люди, которые приверженцы современных технологий, вот я читаю даже в Остинском Оснете, пишут, да нет, да все, вы там… Вы все это придумываете, вы все эти, как они называются, конспирологи, нафантазировали себе что-то, да, там рептилоидов представляете. Нет, дорогие друзья, воздействие этих электронных штук на сознание есть, и оно существует. И как оно воздействует, ну сейчас я позже поговорю. А вторая часть, как то, которых наших граждан говорит, нет, давайте запретим технологии полностью, все это зло, будем жить, как наши предки жили там в 18, 17, 16 или даже 15 веке, да, то есть идеальный мир видят там. Но мне кажется, и тот... Путь немного не верен, и то, и другое мнение ошибочно. Давайте начнем с этого психотронного, всех этих психотронных вещей. Когда в первый раз появилась, вообще был поставлен вопрос о волновом воздействии на сознание человека. Когда академик Бехтерев, ну дай бог, наверное, в 50-х, 60-х годах прошлого века, изучая мозг, они пришли к выводу, что мозг излучает определенные волновые колебания. И что вообще человеческое тело изучает волновые колебания. Институт работы, институт исследования мозга в Санкт-Петербурге, в бывшем Ленинграде, до сих пор имени Бехтерева, этим занимается. И как только они поняли, что, что мозг излучает определенные волны, первый вопрос, который поставили им, так скажем, не заказчики их, а там представители силовых структур, а есть ли боевое применение этого вашего изобретения? Да? И начались разработки тогда же, в 50-е, в 60-е, 70-е годы, определенные излучатели, которые определенным образом воздействуют на мозг, подавляя или активируя определенные части этого головного мозга. То есть при определенном воздействии на мозг можно, например, человека ввести в панику, можно, например, вызвать у него агрессию, можно у него вызвать, например, радость или эйфорию. То есть эти исследования велись, и эти приборы были созданы еще в советское время. Они были большие, они были громоздкие, они имели там свои какие-то там издержки определенные, о которых сейчас я говорить не буду, вы можете это все почитать, это все в открытом доступе есть. Но это оружие, как излучатели, воздействующие на сознание, они уже давно известны и хорошо описаны. То есть говорить о том, что этого нет, это полный лютый бред, они есть, эти излучатели. И в советское время они были большие и громоздкие, потому что они были транзисторные, ламповые, это огромные аппараты были. Сейчас современные технологии позволяют делать все такое же, только очень маленькое. Вот небольшой пример. Если, например, посмотрите, как разгоняются митинги в западных странах, очень часто можно увидеть такие, как бы, джипы, да, там, я не знаю, там, хаммеры разные, на которых стоят огромные излучатели. И они вот этими излучениями воздействуют на толпу, то есть вызывая у нее определенные реакции. Все эти вещи есть, существуют, научно описаны. Вопрос другой. Являются ли вот эти вот приборы, ставят ли на этих вышках, на которых вот сейчас... расставляют у нас по республике, да и вообще по стране, которые так называемые 5G, хотя тут дело не в 5G, а именно вот в этих всяких излучателях дополнительных, которые ставят на эти вышки. Я не знаю, в этом надо разбираться. Но для того, чтобы в этом разбираться, люди, которые об этом говорят, должны разбираться в двух вещах. Во-первых, в радиоэлектронике, а второе, они должны понимать, как бы, как работает в мозг, в нейрофизиологии. То есть человек, разбирающийся в радиоэлектронике и разбирающийся в нейрофизиологии, только он может дать ответ. То есть, когда вы спрашиваете какого-нибудь там человека, который занимается просто монтажом этих вышек и ставит там какие-то излучатели, этот человек понятия не имеет, как они работают, вы понимаете? Понятия не имеет. Он просто прикручивает какую-то тарелку, подводит там к ней питание, все. Как они управляются, на каких частотах они делают излучение и какую реакцию они вызывают в человеческом мозге, он понятия не имеет. И поэтому ссылаться на них, которые они говорят, что да, это просто телефонные вышки, но это неправда, дорогие друзья. Какие они излучения делают, мы не знаем. И самое страшное, что в нашей стране нет централизованного управления всем этим процессом. Понимаете, любая какая-то сейчас частная организация может поставить какой-нибудь излучатель где-нибудь на высоком доме, да, или там поставить эту мачту с излучателем. И что он будет, как он будет воздействовать на население, плохо кто понимает. Потому что, я не знаю, есть у нас в республике люди, которые разбираются в этих всех вещах. Это довольно специфическая тема.
Но говорить, что этого нет, это есть, дорогие друзья. И те, кто говорит, что вы все конспирологи, ну вы просто ознакомьтесь с материалами. Я вам еще говорю, советскими даже исследованиями. И помножьте это все на новое программное обеспечение, на новые эти все микрочипы, микроэлектронику и все остальное, на современные технологии. То есть то, что раньше были огромные излучатели, это сейчас маленькие приборы. Это все существует. Теперь отдельно про 5G хотелось бы сказать. Система 5G, вот которая сейчас вводится в России, а до этого она была разработана в Китае. Это все китайские разработки. Что делает это 5G? 5G это очень высокоскоростной интернет. Ведь вам кажется, вот зачем? Вот у нас же есть интернет стандартный 4G. Нам его хватает как бы вот для работы, там в YouTube сидеть и все остальное. Для чего нужен 5G? То есть это интернет, который сможет прокачивать большие объемы данных. Вот эти big data собирать. То есть сервера мощные нужны. Нужны вот эти мощные системы прокачивания больших объемов данных. Для чего? В Китае это ввели для системы распознавания лиц. И все эти системы 5G связаны с одним, с тотальным контролем человека, индивида, каждого. Понимаете? Раньше у человечества не было таких технологических возможностей контролировать каждого человека. Вы понимаете? Машина теперь, вот в том же Китае, система уже введена в эксплуатацию, она видит каждого человека. Она знает, сколько человек зарабатывает, сколько он тратит. Какой... У них помимо, например, этой карты... как его, системы социального рейтинга, есть теперь еще система карта здоровья, так называемая, куда будут носиться ваши прививки, чем вы болели, ваши генетические заболевания. Вот сейчас нам уже тоже говорят, что нам будут генетические паспорта делать, предрасположенность. То есть, если у вас, грубо говоря, предрасположенность какая-то генетическая, я не знаю, там, к сахарному диабету, то, соответственно, ипотеку вам давать смысла нет, потому что вы умереть можете или заболеть. То есть, это такое еще будет, карта здоровья, так называемая. И человек полностью будет под контролем. И вот эту систему тотального контроля они пытаются вводить. А 5G это, как сказать, технологии, которые позволят этой системе заработать. Потому что нужен очень высокоскоростной интернет и нужны очень мощные сервера. Вот эти сервера компания Huawei России предоставила технологию. И технологию вот этих вот 5G. И эту систему вводили не вчера и не позавчера, уже несколько лет в Москве. Вот эту систему называется «Умный город». То есть полный контроль на дорогах, не знаю, в местах массового скопления людей, в магазинах, везде. Все эти камеры подключены в общую систему. И когда человек сейчас выходит из дома, плюс вот сейчас карантин позволил как бы эту систему обкатать, ввести. Там, проезд в общественном транспорте и везде. То есть задача стоит поставить тотальный контроль над человечеством. Но опять же, над каким человечеством? Вопрос же стоит, говоря же, ну вот в Индии же этого нету, да, там, или... в каких-то там странах третьего мира, в Африке нету, да, нету, там и нету. Задача стоит какая? Поставить под контроль вот это так называемое развитое человечество. Ну там Европу, Америку, там еще какие-то страны. А то, которое не развито, там будет стоять вопрос об уничтожении населения. Этот вопрос же ставится давно, кто-то говорит про золотой миллиард. Там в Америке стоят обелиски с посланием в будущее, где написано, что человечество должно быть не более 500 миллионов. Это вопрос обсуждаемый мировой элитой. И это вторая часть этой проблемы. То есть вышки 5G, там, это все психотронное оружие, на самом деле существующее, давно разрабатываемое. И проекты по изменению человечества. А это самая главная часть, о ней сейчас скажу ниже. То есть без понимания всего этого в комплексе невозможно понять. Связать антенны, излучение, там, какие-то заболевания массовые и там, не знаю, стратегию всего этого дела. А стратегия заключается в следующем. В первый раз за всю историю человечества. Человечество дошло до такого уровня, что человек, как в экономическом плане, перестал быть нужен. Вот как раньше было. Был рабовладелец, или я не знаю, там, хозяин, барин. У него были работники, которые батраки, пахали землю. Их нужно же было много, поэтому приветствовались большие крестьянские семьи. Рук рабочих нужно было много. При появлении капитализма все те же самые рабочие руки, они с полей там... ушли куда? Ушли на большие эти заводы, огромные предприятия. То есть, опять же, рабочие руки нужны были в большом количестве. Были огромные армии, миллионные, где тоже нужны были люди. А сейчас во всех этих сферах человек перестал быть нужен. Он перестал быть нужен на производстве, все меньше и меньше. То есть, процесс-то еще идет, но он уже такой до большой стадии дошел. Он уже не нужен в сельском хозяйстве будет скоро. Он не нужен будет в армии. Понимаете? Везде человек перестает быть нужен. И встает вопрос, а что делать с этими людьми? Эти большие массы людей просто перестают быть нужны. Ну это же логично, вы же сами же это все видите. И вот сейчас эта вся самоизоляция показала, что оказывается большое количество людей может вообще на работу не ходить. Заниматься по удаленке. Но все эти люди, они при этом же потребляют что-то. Они что-то требуют, они хотят кушать, они хотят там, не знаю, жить в квартирах, в домах или еще где-то. То есть потребляют ресурсы планеты. И правящая элита считает,
что эта вся масса населения, она в принципе не нужна. Потому что биосферу, то есть производство вещей, которым занимались люди, там, оборону, защиту и все прочее, будет выполнять техносфера, роботы. И вот эта вот система умный город всякие и прочие, понимаете? Вот эта система, там, это китайская, контроля тотального. Она же еще как, что убирает? Она убирает спецслужбы из всей этой системы. Она убирает в конечном итоге, если она станет глобальная, мировая, если во всем мире эту систему получится интегрировать, чем сейчас в принципе и занят. Эти вышки 5G расставляют везде. А вышки 5G это маркер введения этой системы. Потому что для чего, для другого такой быстрый интернет больше не нужен. Он нужен для того, чтобы прокачивать большие объемы данных. И вот эти вышки 5G часть этой системы. И можно посмотреть, где стоят эти вышки 5G, там соответственно собираются вводить подобную систему. А где эта система будет работать, зачем там нужна полиция? Ну, полиция нужна будет, наверное, да? А спецслужбы, там, ФСБ, там, какие-нибудь разведка? Какая разведка, если тайн не будет, когда человек будет под контролем? Кому нужна будет армия? Кого от кого защищать? Государств не будет, государственных границ не будет. Всех этих людей не будет, они все останутся на улице. Так же, как рабочие из заводов. Большие массы людей, вы понимаете, остаются не у дел. И вот этот весь проект, я лично называю, там многие люди называют, это технофашизм. Это, то есть, грубо говоря, фашисты получили вот эти вот недобитые в 45-м году, то есть люди, которые говорят о превосходстве одних людей над другими, они получили инструмент. И то, что мы сейчас видим, это внедрение этого инструмента по их сценариям. Тотальный контроль, убирание так называемых лишних людей из системы вообще. Вот что это такое. А 5G это часть этой системы. Но 5G это, я же вам еще говорю, это всего лишь один элемент. А элементов огромное количество. Но опять же, наверное, путаться это с этим психотронным оружием, которое тоже существует. Электромагнитное излучение существует. Все это существует. И понимаете, с одной стороны, говорить, что этого нет, это идиотизм. Но с другой стороны, там какие-то пугалки рассказывать, понимаете, что там телефонные вышки вызывают онкологические заболевания. Это другая крайность. Надо всегда разбираться трезво в каждом из этих вопросов. И вы спросите, какая всему этому делу есть альтернатива? То есть это все наступает, мы это видим. А что можно, ну, как бы предложить взамен? А взамен можно предложить другую вещь, когда технологии становятся на службу человеку. Когда не человек приложение к машине, а машина как бы снимает груз с человеческих плечей. И впервые за всю историю человечества, как еще писали первые коммунисты, появится освобожденный труд. То есть когда человек не обязан будет трудиться для того, чтобы прокормить себя. И он сможет заниматься чем-то другим. А вот чем другим, это вот уже вопрос открытый. Вот с точки зрения, вот человеческое сознание делится на две вещи, на две части, да, там левое и правое полушарие, там сознательное, бессознательное, рациональное и иррациональное. Вот с точки зрения рацио, с точки зрения рационального, мы машинам уже проиграли. Понимаете? Человек свою позицию машине проиграл. Проигрыш начался, когда там, наверное, Каспаров в шахматы проиграл первый раз компьютеру. И дальше пошло больше. То есть компьютер всю эту сферу рационального скоро полностью оккупирует, займет и выдавит оттуда человека. Понимаете? С точки зрения логики, там, математического мышления, машина уже, она уже умнее. И когда к ней подключают огромные базы информации, эти бигдаты, когда это все собирается в одну систему с помощью интернета, вот этот монстр, искусственный интеллект, эта искусственная техносфера, она уже умнее человека. И где тут место человеку? И место человеку может быть только в этом иррациональном. То есть то, чего не может делать машина. У машины нет творческого мышления. Она не может делать какие-то иррациональные вещи. И вот там, вот в этой нише, и есть место человеку. И когда Маркс говорил, что коммунизм – это раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей в каждом человеке, это вот об этом. И если это новое будущее будет строиться в позитивном ключе, не в ключе технофашизма, а в каком-то позитивном ключе, то там и будет развитие этих высших творческих способностей. И творческих способностей в науке, и творческих способностей в искусстве, во всем остальном. То есть в этом, в иррациональном. Там у человека есть ниша. С точки зрения рацио ниши нету. И люди, которые настроены на потребление, там, еще на всякие типа, там, вещи, развлечения и все остальное, их не будет. Вы поймите, вот эта вся часть будет отрезана, ее уберут. Так идет история. Поэтому нам нужен другой человек. И развитие другого человека. И образование должно быть поэтому другое. И культура должна быть основным, как бы сказать, флагманом движения любого государства. И вот эта развилка, на которой мы сейчас стоим на самом деле. Либо мы уходим в технофашизм, либо в технокоммунизм. Но это тоже условные названия. Но пути всего два. Третий путь полностью отказаться от технологий. Но это скатиться в какой-нибудь там средневековье. То, что сейчас делают на Ближнем Востоке. Архаизация. Архаизация это не путь.
Она предлагает такой ложный выбор. Либо в технофашизм мы все идем, где каждый будет ходить в наморники, в ошейники, там, в перчатках. Либо вот там в архаизацию. Либо возвращайтесь в 18 век, пересаживайтесь с мерседесов на коне и живите, как жили ваши предки, понимаешь, плугом землю вспахивая. Но это две крайности, которые, мне кажется, для нас неприемлемы. А есть третий путь. Это так называемый технокоммунизм. Это к разговору, а какой есть выход. Технологии отказываться нельзя, но надо поставить их на службу человеку. Ведь эта система на самом деле контроля, она хороша в каком смысле? Да, снизится уровень преступности, да, будет контроль на дорогах, да, там аварийность меньше. То есть плюсов очень много есть у этой системы. Но самый большой минус, если брать в нашей, как бы в нашем случае, а кто эту систему контролировать будет? Понимаете? То есть она для чего будет сделать? Для того, чтобы создать эту безопасность человеку, для того, чтобы его полностью сделать рабом? Это же вопрос-то открытый. И это вопрос о качестве правящей элиты. И еще, знаете, еще какой момент хотелось бы отметить. Вот этот план технофашизма, который сейчас реализовывается, да, с этим тотальным контролем, вот